Всем привет и хорошего настроения, дорогие мои друзья, с вами Рэй. Продолжаем проходить игру Луны Тюнес. Ну что ж, поехали, посмотрим, что у нас тут и как. Ага, я смотрю, они все выполнили задания, плюс у нас с вами открывается сейф. И из него довольно неплохой выпадает лут, но мало, мне этого мало, ребята. Так, Дафи, давай делись, иди восхищайся собой дальше, отлично. Так, что у нас еще? Там, смотрю, Бани у нас ходит. Довольный, тоже выполнил задание. Мы его отправляем опять рыть ямки. И следующий у нас кто? Сильвестр, да? Да, именно он, родной. Так, давай, иди ищи север. Так, и что у нас тут? Я смотрю, ага, сделана очередная цель, наше задание. И как я погляжу, у нас тут сундук, что-то с ним. Ну-ка, давайте нажмем. Ага, мы можем его открыть за один кристалл. Давайте откроем, посмотрим, что в нем будет. Ну-ка. Так, отлично. Блин, и все, что ли? Ну, мало, мало, ребята, мне этого. Хорошо. Еще одно задание. Ух ты, скоро я получу койота. Еще буквально 70 эмблемочек получу, и он будет нашим. Так, я смотрю, у меня здесь... Что это такое? Я могу, ребята, ага, выучить новый скилл. Викошет наносит средний урон выбранному врагу. Применяет легкое исцеление на себя, ребят, вы поняли? Ха-ха. Я, помимо того, что я наношу урон, я еще от этого буду отхиливаться. Ну, а теперь давайте поднимем его немножко по уровню. Так, это у нас 5-й, 6-й и, ну, придется так делать. Ха-ха, 6-й уровень он получил. Что-то глазки закатил, а? Довольный, самолюбивый. Так, и получается, что на этом все, ребята. Больше никого не смогу улучшить. Это жаль, это жаль. Иди-ка чисти дробовик, родной ты мой Элмир. Вместе с Бани там встали. Надо было заскриншотить. Жаль, конечно, не получилось. Ладно. Так, ну что, ребята, давайте открывать этот сундук. Сундук, почему он сундук? Это же сейф. Да какая разница, вы поняли. И, ух ты, ничего себе. 3 синих полена я получил. Я не знаю, что это нам дает, но думаю, что-то очень хорошее. Это же все-таки материал для постройки зданий, для улучшения зданий и так далее. Так, здесь у нас где-то, вот он мой свинтус бегает. Так, что у тебя там? Иди поливай маргаритки, скромняга ты наш. Так, а здесь у меня тоже сильвестр. У меня их 2, что ли, я не могу понять. Так, иди там вяжи ковбойское лассо. Ну, а мы с вами, ребята, отправляемся в бой. И выберем, даже не знаю, кого выбрать. Давайте, наверное, Вилму. Почему бы и нет, да? Смотрите, тут такие персонажи эксцентричные. Пес, скунс. В общем, вся шайка-лейка. Сейчас мы их будем с вами проучивать. Как говорится, как оно говорит? Как оно говорится? Учить уму разуму. Вот, елки-палки, совсем из головы улетело. Так, этот бульдог у нас еще к тому же и полицейский. А Сильвестр у нас здесь записался в папарацци по ходу дела. Так, это что такое? Смотри-ка, меня подкалывает. Оу, братиша, да ладно, завязывай. Нифига себе он не ударил. Тихо. Ё-моё, ты посмотри, что творит. Ой, ребят, по-моему, у меня Даффи Дак сейчас погибнет. И я не получу 3 звезды. Оу, да ладно, на самом деле, что ли, блин. Вот непруха-то. На-ка тогда тебе от Элмора пулю в одно место. И кнутом тебя. У тебя как раз похож костюм, как будто ты мазохист какой-то. Вот сейчас будешь получать по полной программе. Так, давайте вот эту вот общую взрывчатку поднесем. Бумк. Что? Раскис. А тебе вот этот подарочек, браток. Шикарно. И остался у нас только Даффи в костюме Супермена или ковбоя. Я не знаю, в чем там. Бам. Отлично. Слушайте, довольно неплохой скилл у нас получился у Элмора. Мне довольно нравится. И урон наносит, и подхил себе делает. Очень даже неплохо.
Так, что мы получаем? Да, ребят, к сожалению, только две звезды. На третью у меня не хватило одного персонажа. А точнее, Даффи. Его подбил. Подбил этот пес. Ладно. Забираем, отправляем копать обычно ямки нашего Бакс Банни. И крутим, ребята, крутим рулетку в надежде, что нам выпадет... Да ладно, вы опять за свою, что ли, а? Опять мне бойскаут? Да ты чё? Ребят, по-моему, они так и хотят, чтобы я... А интересно, что будет, если я наберу 35 наклеек Сильвестра? Что изменится-то от этого? А, все, я, кажется, понял, ребята. Он у нас получит дополнительную звезду. Видите, они у нас с одной звездой, а будут две. Ну, это как бы, грубо говоря, мы его проапаем. Ну что ж, давайте, наверное, Роберта, да? Или... Нет, давайте вот так вот. Алисия. Да-да-да, именно ее мы сейчас и будем... Подожди, кого-то я не взял, да? Да-да-да, ребят, я забыл взять персонажа. Ух ты! Ну что ж, давайте, наверное, тогда... Да, Банни, Банни. Он... Почему именно его? Потому что он 10 уровня, ребят. И как бы по уровню он лучше всех. Ну, а по звездам практически как большинство. Так, ладно. Прогрузилась. Ах ты, елки-палки, бип-бип. Я тебе сейчас устрою, бип-бип. Ну что, я не знаю, давайте пса, наверное, ребята, для начала, как говорится, возьми быка за рога. Отлично, взял. Тихо, енотик, успокойся. Какой енотик, это скунс. Банни, успокойся, елки ты палки, что творит, а? Давайте, наверное, подлечимся. Отлично, вот это уже другой разговор. Тихо, что он там делает? Что он там делает? Ага, он себе, видимо, повысил точность. Ну, я думаю, тебе это не пригодится. Прости. Пип-пип, я тебе сейчас дам пип-пип. Давайте, наверное, теперь... Даже не знаю кого. Давайте бип-пип и снесем. Что такое лицо кисло сделал? Получил плеточка, тебе даже нравится. Так, свинтус у меня довольно-таки крепкий. Я это уже понял. Так, Банни делает ответку. Ну, а мы дубиной... Нифига кританул, но слабо. Плеточкой. Вот плетка критует, так критует. Давайте, наверное... Как там, не рикошет называется, а как-то по-другому, да? А, викошет. Викошет. Надо будет запомнить, что у него называется скилл викошет. Все, ребята, мы победили. Три звезды. На этот раз мы получаем с вами сундук. Сундучок. Плюс у нас три билетика. Так, серебряный, да? За сколько он-то? По-моему, за 30. Да, ребят, за 30 мы его не будем открывать. Мы просто его назначим в банк и пускаем там храниться. Стражу на него обязательно выставим. Все, защищайте, ребята, должным образом. Ну, а мы с вами... Блин, опять. Как же вы быстро делаете эти задания, ребят? Неужели не можете подольше, а? Просто через каждые 5 секунд на вас обращать внимание. И... Так. Карточка Элмера. Две штучки. Хорошо. Опять. Ты посмотри, а. Слушайте, мы, наверное, с вами поднимем все-таки в этой серии ему звезду. Так, и Бакс Банни. Или же Бакс Банни. Ему тоже не хватает буквально 5 карточек. Так, сделали задание. Тут все забираем. Опыт. Это нам все пригодится. И... Так, а мы что-то здесь с вами можем сделать, я смотрю. А, смотрите-ка, улучшить можем здание. А если что-нибудь другое? Так, смотрите-ка. Лагерь скаутов, хижина Элмера и дом Даффи. Нора Бакс Банни. Давайте сделаем нору ему, а почему бы и нет? Ёлки-палки, а где я достану потом фиолетовое брокколи? Это чтобы следующий уровень поднять. Ядрить его на корень, а? Где же я найду фиолетовый брокколи? Я думаю, это раритетная вещь какая-то. Ладно, ребята, это мы потом с вами все обсудим, размусолим. А сейчас мы будем учить уму разуму очередных мультяшек. Здесь у нас Франки-петух, как вы видели, две свиньи. В общем, надо их немножечко проучить.
Слишком они расслабились, раздряпались. А, тут еще это, супер курица-кулинарка. На-ка, Франкенштейн, получи. Бам, 336, он довольно крепкий, посмотрите, по здоровью. А вот эта вот курица опасная, знаете чем, ребята? Тем, что у него массовый удар. На-ка, да посмотри, какой Франки-петух крепкий, а? Вообще припух, блин. Я даже не знаю, давайте вот так его. Ты Эвнер, хорош лицо такое делать. Смешное. Перед атакой он делает смешное лицо такое, знаете, невинное. Глупо-невинное, так скажем. Типа, а я ни при чем, и моя квартира с краю, и не трогайте вообще меня. Давайте, естественно, будем делать отхил. Ага, он то же самое делает. Так, главное кулинарку эту не подпускать к столу, чтобы она не начала там перчить очередные свои блюда. Ага, так, понеслась, понеслась. Викошет, бум. Отлично, на 112 мы подхилились. Ого, вот это он бани приголубил. Вы посмотрели, да? На 300 с лишним ударил. А мы на 270. Вот, все-таки она добралась до стола, а? Ёлки ты палки, блин. Кто ее допускает только на кухню? Давайте по-быренькому разбираемся со свиньей. Давай, накумаривай ее, своего собрата. Наф-нафа. Так, делаем вот так. Вот, ребята, это провокация. Она будет атаковать именно Элмера. Больше никого. Почему были сейчас только что двери не до конца закрыты? Я тебя спрашиваю, а? Кулинарка ты, фигово. Ну и что? Все, пока. Отлично, ребята, победа за нами. Мы получаем 3 звезды и, естественно, получаем сейф. И еще 3 билетика на рулеточку. Ну, разве это не изумительно? Так, ладно, мы ставим этот в банк. 90 кристаллов надо было, если мы его открывали бы напрямую. Но у нас есть ячейка в банке, так что он будет там у нас теплиться и в скором времени откроется. Так, отлично, Банни сделал опять задание, да? Хорошо. Блин, надо было... Ай, я немножко профукал, ребят. Там можно было совсем немножко другое сделать этот... Задание ему дать. Ладно, в следующий раз я его назначу. Увидите, там прекрасно. Там совсем другие эти штуки-дрюки он может добывать. Так, и что у нас тут? Я смотрю, еще одно задание. Опыт, это все понятно. Скоро 6 уровень мы получим. И, естественно, наша любимая рулеточка. И... Опа-на, и кто тут у нас? Бакс Банни, 2 карточки. Осталось 3, и он получит у нас звезду. Ёлки-палки, дикий охотник. 25 карточек, и он у нас в кармане. И опять же Бакс Банни. Еще 2 карточки, и звезда ему обеспечена. Давайте, наверное, пойдем с вами подеремся. Сегодня такой, да, довольно шустрый геймплей у нас проходит. Практически в одних боях. А, знаете почему? Потому что я хочу Сильвестру или кому там можно будет, наверное, Банни поднять звезду. Звезду, он будет звездуном у нас. Так что давайте приступим. Ну? Ну, елки-палки, ну... Чё так вот долго, блин, я не знаю, делать? О, наконец-то. Что? Что? Что это такое? Ох, ничего себе, он ураган тут поднял. Ага, урон наносит всем. Ну, хорошо, что маленький. А теперь возьми быка. Вот так, отлично. Готов? Нет, немножко хп у него осталось. Ну, это не беда, ребята. Сейчас мы его по-быренькому чпок. Все. Банни, успокойся. Я уже давно этим не пользуюсь. А ты все дуркуешь. Вот что у нас на этот повод есть, правильно, Свинтус? Так, 167, неплохо. Ну, давай тогда, давай просто бомбанем тебя. Что ты там скукожился, бедняжка ты наш. И кнутом тебя по заднице, вот так вот, за непослушание. Так, Скунс, успокойся, а. Не до тебя сейчас в данный момент. Банни тут тоже подсуетился. Вот так. Блин, и промах, а при чем здесь промах-то? Ух ты, Сильвестр-то знает, что делать. Ну-ка, стрельбанем. И уклонение, ничего себе. У нее, значит, очень ловкость развита. Или как, я не понимаю. У нее врожденная какая-то уклончивость. Так, ну что, остался Бакс Банни один. Мы его, естественно, сейчас быренько накумарим. Что он тут один сделает? Естественно, ничего. Вот так вот. А, нет, еще живет. Ну, кнутом
и он идет домой спать. Все, получаем мы 3 звезды, опять же сейф и 3 билета. Так, сейф у нас серебряный, блин, он же 30 этих стоит, да? 30 кристаллов, ребята, ё-моё, ну а чё, куда деваться? Никуда уже не денешься. Немножко я, конечно, опростоволосился, не доглядел. Ну, лут вроде бы неплохой. Да, а денежки нам нужны, ребята, и желательно много, уровень-то поднимать все равно придется. Кстати, вот, насчет Bugs Bunny. Вот, смотрите, задание, видите? 2 часа он будет делать, но зато какие плюшки он будет искать. 2 часа, это не нужно мне будет каждую минуту на него обращать внимание, чтобы ему давать новые задания. И... так, что тут? Ёлки-палки. Еще одну карточку и... ядрить его на корень. Ребята, все, мы Сильвестру сейчас сделаем звезду. И он у нас будет 2-звездочный. Да хорош! Ёлки ты палки. Ну ладно, чё же, ничего не поделаешь, где он тут у нас? Ага, вот он, красавчик, да? И как мы ему тут повышаем? Ага, вот, повысить ранг. Он еще кривляется, а? Кривлюн. Ну тогда, соответственно, мы ему поднимем, давайте, левел. Так, давайте все пробирки туда бабахаем. 84 монеты. Оу, ребята, не хватает денег у меня. У меня всего 46 монет. Печалька. Блин, а куда так деньги-то делись? Я вроде ничего не покупал. Что-то довольно быстро они куда-то израсходовались. Так, итого у меня 72 монетки в данный момент. Так, Сильвестр, давай-ка тебя отправим вязать ковбойское лассо. Это твое будет очередное задание. И тут вроде бы как все, да? А, у нас же еще тут Пиги бегает. Бездельничает, так скажем. Пускай идет поливает маргаритки. И Элмор, да, тут тоже, смотрю, задание выполнил. Пускай идет дальше, чистит дробовик себе. Мы его немножко озадачили. Так, что тут у нас? Уровень 2. Ага, вы смотрите, сколько нужно всяких поленьев и вообще всяких штук, чтобы улучшить домик. Ё-моё. Плюс при этом 900 монет. Вы представляете? Тут 550. Плюс 30 поленьев. Короче, очень и очень много надо, ребята, всяких, скажем так, материалов, чтобы улучшать домики. Не все так просто, как казалось бы. Ладно, давайте мы пойдем с вами на очередной бой. И я думаю, что это будет, наверное, Роберт. Да, именно он будет у нас следующий, так сказать, мишенью. Так, набираем свою армию. Естественно, без свиньи я никуда не пойду. Это наш единственный хилер. Ну, Элмер сам себя лечит, а свинья лечит всех. В этом ее большой плюс. Так, ладно. Ну все, я понял. Давай побыстрее прогружайся, что так долго? И, ну что ж, наверное, приступим. Я не знаю, может быть... думал курицу, ну ладно, бог с ним. Пускай будет так. Даффи, все что ли? Нет, смотрите-ка, еще выжил. На... ну, теперь ему... Эй, тихо. Ага, смотрите, какой он хитрюга. Сзади, со спины. Ну, ладно. Ладно, раз такое дело, естественно, мы подлечимся. И, наверное, вот так мы сделаем провокацию на себя, чтобы атаковали именно... Эй, тихо, тихо, курочка, успокойся. Ты смотри, ух ты, ё-моё, что он там такое сделал, я не понял, было неразборчиво написано, не успел прочитать, короче. На, получи, скунс. И остался у нас тут Сильвестр и петух этот. Ну что же, давайте тогда, наверное, курицу эту быстренько завалим. И не до индейца, так скажем. Ох ты, томагавок бросил в Элмера. Ну-ка давай, Сильвестр, молодчик. Так, давайте викошетом, наверное, сейчас бомбанем. Бум, добили, да? Нет? А, нет, добили, все нормально. Ну и остался у нас тут Сильвестр. Тоже, кстати, какой-то ковбой. Ой, ковбой, он у нас какой-то индеец с томагавком за спиной. Очень странная у него, конечно, тут роль выбрата. И
Три звезды, ребята. И, соответственно, получаем три карточки и сундук, сейф точнее. Ну, уже, по-моему, мы его никуда не сможем всунуть. Придется его открывать таким макаром. Кристаллы тратить, елки-палки. Не хотелось бы, ребята. Кристаллы нам еще пригодятся, поверьте мне. А их здесь и очень и очень мало дают за что-либо. Я даже не помню, за что их вообще тут дают. Но, тем не менее, они у нас копятся. Давайте нашу рулеточку запустим. Ух, опять эта бабушка. Я не знаю, что она делает. Ну, какая-то пенервожатая у бойскаутов. Так, Элмер. И опять Элмер. Ну что, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Будем продолжать драться, воевать здесь, крутить рулетки, открывать новых персонажей, изучать новые скиллы. В общем, все это будет у нас впереди. А на этом все. Всем пока и удачи вам, ребята. До новых встреч.